Буэнос диас, братва. Ядерный рассвет назаряет выше экрана, это значит, что мы продолжаем искать уборщика. Бедолага где-то в этом краю. Я надеюсь, нас сейчас не шатают. Так, точка, точка, точка. Есть точка, нет точка. А, блин. Так. Удастся ли им проскочить, интересно. Оу! Да, быстро проскочить мне не дадут. Так. Тихо. Тык. Где тут? Отпускничок. Мужик, я же сказал, я из тебя всю дурь выбью. Из него я выбился говном. Так, блядь. А нах я, собственно, сюда приполз. Откуда? Еще и не могу выбраться. Теперь, как говорится, думай, Саныч, как будешь выбираться. Кашу заварил, теперь расхавывай. Ага. Кажется, да, тумкал. Так, я тут, похоже, не одинок.
У-ху! Так, ладно, повтор забега. Сука, нах. Это была его последняя ракета. Пум. Точно вхлябало.
Поехали. Да, блядь. Самое, черт подери, веселое занятие — тащиться в какой-то под музыку на финском, сука, языке. Я почему-то это последнее думал, что он какой-нибудь араб, индус или кто-нибудь в этом духе, но не фин. Да, вижу. Did you miss me? Did you have this in your sock? Yes. No. Bark, don't make a wound. You did good. Take my cassette player. You can borrow it. The song is a present from my friends to you. It will get you through the maze so you can do your job. Mm-hmm. То есть он мне дает плеер. Of course it did. He gave me his cassette player. It'll get me through the maze, huh? The janitor always has the keys. Так, очки скилла 3 штуки. Естественно, урон от метания. Так, персональный мод еще можно воткнуть. Thank you.
Так, чтобы выбрать. Стоимость метания, наверное. Так, теперь пороемся. Опа, ну у меня портативный гранатомет есть. По-моему, скорость перезарядки ему будет полезнее. Чувствую, скоро финал. Потому что вообще сюжетных миссий 10, и мы только что начали 9-ю. Okay, I've got Ati's cassette player. Did he pick out for me? A tango. Aha. A song from the band Old Gods of Asgard. Let's go. Да, начнется. Small talk was never really my strong suit. At least they can't talk. Для начала надо надыбыть шарик. Твою-то мать, какие взрывы громкие! Так.
Заряд это, конечно, круто, но пусть будет вращение. Чё, пиздец? Блять, опять? А на тебе, сволочь. Нормальная такая расправа получилась. Ну хоть... Ну хоть эта тварь от меня на время отвязалась, и то спасибо.
Dimensional Research, мать его за ногу. Нормальный такой забег получился. Ладно, сделаем перерывчик. Спасибо всем, кто наблюдал. Лайки, подписки не забываем. До скорого.